Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей, с вами Егор Матаев. Начну с главных тем. В Заринске завершают капремонт поликлиники Центральной горбольницы. Когда медучреждение вновь откроет двери для пациентов? В Заринском районе сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии разыскали и эвакуировали пожилого мужчину, заблудившегося в лесу. На Барнаульском гривном канале работают ветераны стройотрядовского движения. Подробнее об этом в выпуске. В Заринске завершают капремонт поликлиники Центральной горбольницы. На объекте в ходе рабочей поездки побывал губернатор Виктор Томенко. Когда медучреждение вновь откроет двери для пациентов, расскажет Глеб Полянский. Комплекс зданий горбольницы Заринска построен в начале 80-х. Медучреждению давно требовался капремонт. В этом году отремонтируют поликлинику. Она обслуживает почти 65 тысяч человек. На период ремонта специалисты принимают больных в районных поликлиниках и помещениях стационара. Подрядчики уже завершили фасадные работы, устройство кровли, внутреннюю отделку, монтаж проводки, отопления, водопровода и вентиляции. После ремонта изменится и расположение медицинских отделений для удобства пациентов. Более продуманы станут потоки, логистика, соответственно, рассредоточены различные потоки больных, и за счет этого уже будет меньше скученности. Появится отделение неотложной помощи с кабинетами обслуживания маломобильных граждан на первом этаже, это тоже очень удобно. Работает новый лифт уже на сегодняшний день. Комфорт пациентов и оснащение современным медоборудованием в приоритете, но не менее важен и кадровый вопрос. Руководство больницы уже сейчас присматривает новых специалистов. Среди тех, кто еще учится, подготовка врача – процесс долгий. Глава региона пожелал персоналу медучреждения успехов в этой работе. Те ребята, которые сегодня только первые шаги делают по обучению, они уже почти все намечены нами на то, что где-то их использовать в наших учреждениях. Поэтому надо формировать их представление об условиях работы дальнейшей, о перспективе, о развитии. Так что этим занимайтесь. Кадровым вопросом озаботились всерьез и на базе местного политехнического техникума начали подготовку медицинских сестер. Помогают в этом преподаватели Бийского медколледжа. Обучать студентов здесь будут и практикующие врачи Заринской горбольницы. На первый курс уже набрали 30 человек. И это еще не все. На базе больницы создадут центр профессиональных компетенций. Это как раз позволит работающим уже средним медицинским работникам, не отрываясь от своих профессиональных обязанностей, здесь же на территории проходить переподготовку, совершенствовать свои профессиональные компетенции. Капремонт поликлиники в Заринской городской больнице обойдется в 75 миллионов рублей. Завершатся работы к октябрю этого года, а уже в следующем начнется ремонт стационара. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. В Чирышском районе открыли мемориальную доску имени почетного гражданина района, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, кавалера многочисленных краевых и федеральных наград Николая Борисова. Привела его в это хозяйство в тот тяжелейший период, и он смог сохранить не только хозяйство, а здесь присутствуют представители краевой племенной службы, но и новые породы направлений по линии мороловодства, мясного коневодства. Это как раз заслуга его и то, что ему удалось сплотить этот коллектив. Должен сказать, что здесь всегда был сильный, сплоченный коллектив специалистов, которые понимали, что в этих условиях нет на кого надеяться, надеяться только на свои силы. И я думаю, что сегодня символично, что в его день рождения, 75-й, к сожалению, его нет с нами, и посмотрите, какая прекрасная погода. И я думаю, для Николая Петровича будет лучшей наградой, а он оттуда будет наблюдать за нами, если мы сохраним это хозяйство.88 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровел 21 человек. Смертельных случаев нет. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 обнаружили почти у 11 тысяч жителей. Выздоровели почти 9 тысяч. На лечении находятся около 1500 человек.
Другим темам. В Заринском районе сотрудники подразделения специального назначения Росгвардии разыскали и эвакуировали пожилого мужчину, заблудившегося в лесу. Накануне житель края обратился за помощью по единому номеру вызова экстренных служб, сообщив, что заблудился в лесу, но вскоре мужчина перестал выходить на связь. В поисках потерявшегося гражданина был задействован беспилотный летательный аппарат авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Алтайскому краю. Мужчину отыскали и подняли на борт вертолета в режиме зависания, используя лебедку. Потерпевший доставлен в лечебное учреждение. Жизнь и здоровье спасенного пожилого мужчины в настоящий момент вне опасности. Крупное ДТП произошло вчера вечером в Рубцовском районе. На 265-м километре трассы Барнаул-Рубцовск столкнулись грузовой и легковой автомобили. По данным МЧС России, погибло 5 человек. Трое мужчин и две женщины. Все они были в легковом автомобиле ВАЗ-2107. Водителю грузового автомобиля Рено Мидлум, получившему ушибленные раны голени, была оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации. На место происшествия для оказания помощи пострадавшим и осуществления организации дорожного движения незамедлительно был направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Рубцовский. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто управлял легковым автомобилем. Также устанавливаются и причины случившегося. Мы будем следить за ситуацией, подробности в следующих выпусках новостей. Продолжаем выпуск. Больше 1500 кустов наркосодержащих растений изъяли полицейские у барнаульца. Мужчина 1980 года рождения на своем приусадебном участке устроил наркотическую плантацию. Экспертизой установлено, что это наркосодержащая конопля. По факту будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Фактов незаконного оборота наркотических средств лиц, причастных к противоправной деятельности, можно сообщить по телефону 02, либо 391-645, дежурная часть УВД по городу Барнаулу, а также обратиться в любой отдел полиции краевой столицы. Сегодня они руководители крупных предприятий, известные спортсмены и общественные деятели, а в прошлом все они стройотрядовцы. Ветераны движения снова вместе. Встретились на субботнике на Барнаульском грибном канале, чтобы помочь облагородить территорию строящегося спортивного объекта. Ветераны стройотрядовского движения работают на Алтайском грибном канале. В течение 3 дней бойцы отряда «Летний аккорд» будут заниматься благоустройством территории. Это посильная помощь волонтеров краю. Ведь в мае следующего года здесь, на канале, пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Разыграют 6 путевок на предстоящую летнюю Олимпиаду в Токио. Приедут спортсмены из более чем 50 стран. И, конечно, уровень подготовки будет достойным. Более 500 человек будут встречать иностранные делегации. В отряде ветеранов стройотрядовского движения «Летний аккорд» около 30 бойцов. Они уже реализовали себя в бизнесе, общественной или государственной деятельности, но летняя работа для них – продолжение студенческой, молодежной романтики. Членов отряда есть и врачи, причем врачи успешные, есть директора заводов, есть простые труженики. Но всех нас объединяет одна общая цель – помогать. Я считаю, мы делаем очень хорошее, правильное дело. Движение студенческих строительных отрядов объединяет представителей разных поколений, готовых работать для развития края. Движение студенческих отрядов – это школа лидерства, это умение взять ответственность на себя, организовать работу, умение выстроить отношения со своими коллегами по отряду. Это школа взаимопомощи, и не побоюсь этого слова, это школа жизни. И вот эта искра, этот огонь студенческих отрядов, он в наших сердцах уже многие-многие годы. Зимой бойцы отправляются в снежный десант, помогать пенсионерам с уборкой снега и заготовкой дров. Проводят концерты для жителей сел, а летом выезжают на строительные объекты. Верны традициям движения и ветераны-стройотрядовцы спустя 10, 20 и даже 30 лет. Вадим Слюсарев, Софья Житина, Роман Хайрулин. Новости. И в конце выпуска поговорим о приятном.
Гостям теперь можно присутствовать в ЗАГСе. 14 августа решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором. Ранее регистрация брака проводилась только в присутствии молодоженов. Не пускали даже родных фотографов и видеографов. Теперь же на церемонию можно прийти родителям и близким родственникам. Правда, не допускается более 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа и молодоженов. У всех должны быть защитные маски на лице. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. К этому часу у меня все. Хочу напомнить, что эти и другие новости вы всегда сможете найти на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. С вами был Егор Матаев. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. Ну а я с вами прощаюсь и желаю хорошего дня. До встречи в эфирах.